Так, привет, народ. Значит, смотрите, хвастаюсь. Вот такая вот антенна на 144 на 145. Сделал я ее из подручных средств, а именно основа была антенна Vitex, а у таксиста взял там огрызки за 100 рублей. Элемент этот был оборван, обломан, но здесь как бы удобно, что то, что здесь есть болт, болтик, и, соответственно, он выкручивается. Вот, и можно таким образом вытащить элемент. Вот. Поэтому я это вытащил и поставил другой, тоже такой пружинистый. Поменял кабель. Тот сгнил буквально. Здесь все очистил от ржавчины и покрыл специальным составом. Также эпоксидной смолой все залил. Вот. Протестировал на баке этом железном, на анализаторе посмотрел спектр. Получается, что работает 430-145 мегагерц, как раз там, где нам надо. Вот. Ну и планирую поставить брата на машину, если что, как раз проводить связи. Ну и, в принципе, на FM диапазоне это будет тоже лучше, чем то, что у него сейчас есть. Вот такой вот аккуратный вид имеет антенна, считай, самодельная. В принципе, такой столистый пруток, который выполняет свои функции. Ребята, комментируйте, подписывайтесь на канал. Вот, и всем всего наикращего.